Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы посмотрим на игру, которая называется D-Man. Это у нас Tower Defense. Жанр игры, так, компания. Первый уровень. Так, у меня стоят два персонажа, и мы приступаем с вами к битве. Поехали. Жалко, что она на английском языке. Может быть, конечно, можно поставить и русский где-нибудь. Я еще не разбирался с ней. Короче, враг пойдет отсюда и будет двигаться вот по этой дорожке. Битва. Что-то, правда, все как-то моргает. Какие-то, я не знаю, помехи тут появляются. Так, ну что, наш первый персонаж бомбит, а он справится ли, а? Первого уровня пока еще. Массовая атака у него. Так, что? Поставить сюда... А, второй персонаж. Это у нас какой-то капитан, да? С пулеметиком. Ну что же, хорошо. Пока вроде бы справляемся. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Что? Что нам показывают? Ага, есть еще суператаки. Ну, добили. Ну, понятно. Первый уровень, естественно, легкая победа. И мы с вами... Так, а почему ты получил, а уровень у тебя не поднялся? Странно. Виктори! Окей. А что здесь такое? Get. Что-то можем взять. Так, сундук, по ходу дела, да, у нас какой-то. И мы, судя по всему, да, открываем элитного героя. Судя по всему, это какой-то маг. Угу. Гипси. Маг Гипси у нас, значит, да? То есть я могу тоже ее брать с собой в атаку. Ну, давай. Поехали. Ну, как ты понимаешь, у нас с тобой второй уровень. И давай смотреть, что этот маг Гипси может вообще здесь делать. Ну, наверное, какие-нибудь массовые атаки. Зачем мне сюда кликать? Ага, нам показывают, что делает. Этот маг замораживает, то есть замедляет врагов, как ты видишь. Этот поджигает, наносит колоссальный урон. Ну, а этот у нас бомбит по одиночной цели, но наносит еще больше урона. Кликаем сюда и вызываем нашего мага Гипси. А сюда, естественно... Стрелка нашего капитана. Поехали, посмотрим. У каждого героя, я так понимаю, есть супер атаки. Ну-ка посмотрим, как это все происходит. Да, действительно, она замедляет врагов. Причем очень хорошо. Ух ты, какие-то псы. Обглоданные. А что я могу сделать? Я могу, интересно... Да, я могу в любой момент применять супер атаки. Для этого нужно, видимо, накопить вот здесь вот энергию. Так, что тут у нас? Можно усиливать наших бойцов, оказывается. Что уже хорошо само по себе. Соответственно, мы будем наносить больший урон. Все, что ли? Ну, вторая волна тоже была изи. Почему-то этот больше всего получает у нас опыта. Так, что нам тут? Типа написали, хороший был бой. Рэй, продолжай в том же духе, все будет хорошо. И мы с тобой переходим на третью, видимо, последнюю обучалочку. Так, нам говорят нажать сюда, get. То есть это мы получаем с тобой награды. Я понял. Опять же битва. Никаких новых персонажей мне пока не дали. И как я посмотрю, самое максимальное количество — это 8 героев за бой. Можно взять с собой. Это в дальнейшем, судя по всему. Так, ну что, битва так битва. Поехали. Вот единственное, конечно, что вот какие-то моргания происходят в игре. Не знаю, ребята, может быть, это у меня на этом эмуляторе так происходит. Видишь, да, как бы какие-то... подмаргивание. Мне это, конечно, не нравится. Всего у нас 10 здоровья, как ты видишь, да? На базе мы не должны пропускать свой врагов. Денджер, босс, что ли, пойдет? Мне... Ох ты, это кто? Это какие-то... Ё-просоты! Так, а ну-ка давай проверим, что ты у нас делаешь. Так. Да-да, я применил свой скилл. Он бежит немножко медленнее, но... недостаточно медленно. Так, 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 погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Ты хочешь сказать, что ты пробежишь, что ли, парень? Да я не должен этого позволить ему. Давай, 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 родные мои, ну! Есть! Этот зеленоволосый гоблин все-таки не прошел. Мы его забомбили. То есть в этой игре также есть супер юниты, да? Типа боссов, которые будут тоже выходить в определенных уровнях. Ох ты, элитный герой!
Типа какой-то пират, полукиборг. Мне достается. Угу. И причем у него, как ты видишь, 4 звезды. Если у тех было по одной звездочке, да? У этих 4. Так, а что здесь нам предлагают? Ага. Мы с тобой переходим в новый мир. Здесь, я так понимаю, 21 звезда будет всего лишь, да? Хм. Кликни, говорит, сюда. Так, а это что у нас такое? Blackbird. Ну и что ты, парень, что ты умеешь делать? Мы можем поднять ему атаку, да? Это все делается за что? За деньги и за вот эти вот кристаллы. Ты понимаешь, да? Ну что же, неплохо. Так, смотри, ребят, не по одной звезде я, оказывается, ошибся немножко. 3 звезды у нашего Ньютона, у Гипси 3 звезды, а вот у Sweet Bullet всего лишь 2 звездочки. Но все-таки вот этот пират лучший получается, да, 4 звезды у него. И тут еще есть свои определенные, ребята, элементы. То есть мы как бы ночники, ну, судя по луне. А вот этот у нас со звездой, не знаю. Каждый юнит силен против определенных врагов. Так, дай-ка я заберу, наверное, здесь ревард. Я ведь могу взять? Нет, надо кликнуть сюда. Так, пират. Ну, естественно, в команду к нам попадает. И мы... Вот здесь, кстати, откроется на 5-й миссии второго эпизода еще одна ячейка. Опыта 240 получаем и 40 золотых звезд. Не знаю, для чего звезды здесь нужны будут. Сейчас будем во всем в этом разбираться. А вы, ребят, пишите в комментах, как вам эта игрушечка. Ну что же. Ох ты, тут уже много слишком. То есть мы можем выставлять, наверное, не только одного юнита, да, получается, а несколько. Так, битва, поехали. Посмотрим, что этот пират сделает. Будут идти и отсюда, да? Защищать должны мы с вами вот эту машину скорой помощи почему-то. Слушай, ну он тоже имеет массовую атаку, это очень прикольно. Так, у нас накопилась энергия, и мы можем с тобой выставить юнита. Блин, как-то вот моргание меня это, честно говоря, немножко раздражает. Напоминает мне, как в этих, в наших растениях против зомби-герой, да? Помнишь, там тоже так же бывает, некоторые карты пропадают, все как-то рябит. Ну, ребята, я пока ничего не буду здесь делать. Может быть, как-то и в графике можно здесь, конечно, посмотреть. Настройки. Может быть... Ого! Погоди, 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 погоди. Так, что-то у нас тут слишком много противников. Очень много просто-напросто. Давай мы, наверное, с тобой вот так вот бомбанем. Офигеть. Так, это какой-то Скорпио тут. Появляется Скорпио у нас, представляешь? Вот просто так, ни с того ни с сего у нас объявляется новый персонаж. Ты посмотри, сколько их здесь. Ядрить тебе на корень. Давай, не могу улучшить, вот этого можно. Так, а суператаку, например, на замедляшку. А у Скорпио, кстати, давай глянем, что у нее за супер атака. Так, тихо, тихо, тихо. Слушай, ну она прекрасно бомбит. Очень мне понравился эта Скорпио. Ты видел, да, что она делает? И, как видишь, по дамагу она, конечно, вообще всех переплюнула. Просто всех. Так у нее, правильно, у нее 5 звезд. Интересно, этот герой мне дается или он просто здесь пришел мне на помощь во время этой миссии? Было бы интересно, если бы мне ее дали. Ага. Вот они что делают, да, друзья мои? Если ты хочешь приобрести Скорпио, заплати, пожалуйста, $4. 8500% скидка. Оу, тут смотри-ка, сколько героев. Нифига себе. Люто. Ну что, мы с тобой смело можем забрать, наверное, ревард. Отлично. Ревард получили, и у нас миссия 2-2. Подожди-ка, подожди-ка секунду. Что у нас здесь такое? А, это магазин. Слушай, я могу зайти где-то в настройки, посмотреть, покопошиться в них? Ну, как-то... Почему такие моргания происходят? Мне не нравится. Так, тут у нас 100 брюликов дали. Где у нас настройки? Вот объясни мне. Хм... Да нету, друзья мои, никаких настроек вообще. Все, подожди, подожди-ка. Все тут по умолчанию. Так, это язык есть русский? Нету. Русского языка, к сожалению, нету. А это что у нас такое? Без понятия. Друзья, походу дела бесполезно тут что-то искать. То есть графика, она и есть графика. Без каких-либо изменений. Тут очень много чего будет открываться. Альянсы, механики какие-то. Trial Befire, Valhalla, Sail. Интересно.
интересно. Ну что, мы переходим с тобой на миссию вторую и бой второй. Погнали. Да, без Скорпиона, я думаю, будет очень сложновато. Не зря мне ее предложили, но, ребята, 4 доллара тратить на персонажа я как-то не готов к этому. И мы видим, опять же, будут две волны. С разных дорожек идти, нам нужно здесь защищать. Погнали. Капитана надо было, наверное, нам все-таки прокачать, да? Поздно я об этом подумал, надо было вначале это делать. Так, открывается ячейка. Естественно, ставим с тобой вот этого вот парня. Так, бегут у нас какие-то пауки. Ну, ты видишь, да, что они сильные, они бронированные. Поэтому, наверное, мы сюда поставим с тобой мага. А вот сюда я уже поставлю стрелка. Как раз подошло дело. Ё-моё, неужели пройдут? Я не имею права. Так, подожди, опять... Опять мне Скорпион, ну, на помощь пришла. Если она мне будет помогать, конечно же, я не против. Я только за. Фига у нее ульта, ты видел? Она разносит всех. Очень прикольно. Так, а камеру, я камеру не могу приблизить. Но могу зато улучшить. Все, опять победа. Ребят, по-моему, этот уровень я проходил, или мне кажется. Или это просто то, что Скорпион появилась у нас. И я так подумал. Нет, ребята. Первый раз проходим. Ну что, а вот здесь у нас вот с таким именно значком появляется босс. Здесь будет Басера, так что приготовились. Опять, наверное, какой-нибудь зеленоволосый чудило побежит на нас, и мы должны будем с ним справиться. Слушай, ну карта та же самая, абсолютно та же самая. Такие же дорожки, все без изменений. Так, ну что, капитан, давай. Начинай атаку, вон там уже зомби побежали. Так, у нас с тобой открылась дорожка. Выставляем. Блин, да что ж так моргает все противно, а? Блин, аж прям бесит. Аж прям бесит. Давай сюда поставим мага. А сюда мы поставим с тобой уже стрелка. Не забываем, что надо нам, ребята, использовать периодически ульту. Если надо будет, да? Ульта. Ну-ка, что ты делаешь? А, он делает взрывы. Этот чудик делает взрывы. Ой, а я что-то как-то и не увидел, что здесь есть сокращенный путь. Вот это да. Я что-то думал, что они вот так будут бежать. Но ты видишь, да, что тут происходит. Опасность. Нет, 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 нет. Завалили, успели. Так, а кто? Опасность, ребята, заключается в виде огромного такого вон паучка, как ты видишь. Так, секунду, секунду. Можно заморозить его, а? Так, я заморозил. Теперь попробуем еще огоньком его помурыжить. И вот так сделать. Все, паучка мы сейчас с тобой разберем. Отлично, а тут еще два паука вылезло, прикинь. То есть хитро получается, мы уничтожаем босса и... Из него, как говорится, появляется еще два паука. Ну! Да ладно, блин! Не может такого быть. Неужели пройдут? Да, друзья, мы с вами теряем здоровье. Блин, на 3 звезды не получится, да, наверное, пройти? Или тут звездности никакой нету? Есть, 2 звезды. И получил какую-то рубашку. Дай-ка я сюда загляну. Ничего здесь хорошего нету. Так, где у меня? Вот, я могу его прокачать маленько, ведь так? Да, могу. И ты видишь, у него здесь скиллы. Есть. Вот, например, бомба, да, которую он делает. Так, а здесь можно экипировать. То есть таким образом мы сможем с тобой прокачивать наших персонажей. Так, смотри-ка. Тут анчивка, то есть эту куртку можно получить, если мы с вами выполним, видимо, какие-то определенные действия. Или где ее можно найти. Так, информация, давай еще, наверное, качнем. И еще. Окей, а можно мне теперь взять другого персонажа, ну, например, Гипси. Да, вполне можно. Когда откроется вот эта штука, а? Ага, на 11 уровне. На 11 уровне. А всего здесь 100 уровней. Ну-ка. Так, апгрейд. Сделаем апгрейдик. Вот, друзья мои, открывается фрост, заморозка. Вот, активируется этот скилл. То есть мы можем с тобой потом вполне его использовать. Есть что-нибудь по шмоткам? Нету.
Пока я гипси не могу ничего одеть. Ладно. Две звезды слабовато, конечно. А у пирата сколько? Для, например, для апгрейда. Сколько нужно ему? Какой уровень? Тоже, наверное, да? 11-й. Сейчас попробуем прокачать. Да. И мы с тобой... Ага. Нам не хватает звезд. Понял, для чего теперь мы с тобой собираем вот эти вот золотые звездочки? Чтобы открывать скиллы. То есть есть защитные скиллы, а есть боевые. Хм. Ну ладно. Так, у нас здесь был босс. Так, 2-4, поехали. Ребят, на 2-5, еще раз повторю, у нас с вами открывается новая ячейка для персонажа. Ну-ка. Так. А что тут, все дорожки и все миссии будут однотипные? Что-то как-то так не очень мне нравится на самом-то деле. Вот это вся однотипка. Подожди-ка, я что, персонажей? А, нет, все, подожди, сейчас мы накопим с собой определенное количество денег. Сюда, наверное, я поставлю заморозочку. В плане последняя волна. Какая последняя волна? Так, секунду, они же могут пойти вот по этой, да? Ну? Давай вот так вот сделаем. Фига тут, эй! А не слишком ли вас тут много, а? Давай, 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 давай. Что мы с тобой можем? Так, Тор какой-то тут появляется. Где он? Ё-моё, а где он? Вот он, друзья мои, появился Тор, который мне помогает. Фига, он там шпарит, ты посмотри. Просто налево и направо разбирается с врагами. Но он, как всегда, донатный, я больше чем уверен. Я больше чем уверен, что этого парня нам нужно купить за деньги. Просто так тебе его фиг дадут. Поспорим? Поспорим. Так, смотри-ка, что у нас здесь. Получаем... О, 100 звезд мы с тобой заработали и 150 брюлей. А это говорит о том, что мы можем с тобой прокачать скилл. А кому я хотел? Вот ему, да? Да. Так, ну-ка. Апгрейд. Артиллерийский выстрел. Ну, посмотрим. Слушай, а как интересно менять их в процессе боя? Я вот этого не знаю, друзья мои. Мы же можем с вами брать... Вот беру я, да, выставляю, и у нас автоматически делается первый удар. Так, что у нас на барышню? Опять рубашечка выпала, да? Ну, неплохо. Так, а там еще было какое-то, ребята, у нас вот здесь. Ага. Награду мы можем с тобой забирать здесь. Так, атака плюс 48, защита 34. То есть мы можем на кого-то этот амулетик одеть. А вот здесь я что-нибудь заработал? Заработал. И все, да? Хотя нет, вот еще мне дали награду. И больше пока ничего не дают. Значит так, идем на наших персонажей и, наверное, будем улучшать здесь. Да, я могу одеть амулет ему. Прикольно. И следующий у нас с тобой бой. 2-5. Вот если мы проходим с тобой этот уровень, у нас должна открыться одна ячейка. Хотя она уже открылась. Вот она, друзья мои. Вот ячейка, но персонажи. Подожди-ка, а тут есть где-нибудь, что я могу просто их получить? Не обязательно покупать, а открываться. Где вообще все древо персонажей, которые здесь будут? Нет такого, что ли, здесь? А должно быть. Может быть, если мы с тобой выйдем в город? Тут же у нас просто как бы... Так, это я могу... О! Еще один амулет получили мы с вами. Через 5 минут получим еще и меч. Мы с тобой получим еще меч. Так, квесты. Ну, квестов у нас пока ничего не выполнено. Хотя тут моргает, что как бы что-то можно. И мы можем с тобой повесить амулет. Я хочу, наверное, вот сюда, на нашего... Охо! Фига у него тут. Нифига ты, парнишка, вот это да, вот это ты крут. Повелитель огня. Да, все у него с огнем связанное. Ладно, тут еще артефакт. Видишь, какой-то. А можно влепить. Ну что, прокачаем его, наверное, с тобой. Апгрейд сделать, к сожалению, не могу, не хватает... мне золотых звезд. Ну что же, мы тогда отправляемся с тобой на третью волну.
Погоди-ка, это не то? Нет, все то. Вторая волна, пятая миссия. Или вторая миссия, пятая волна. Так будет, наверное, правильнее сказано. А что вот это за персонаж такой, а? Типа ангела какого-то технического. Друзья мои, вы будете мне давать другое? Что вы мне все вот эти вот свои дорожки-то лепите? Мне хочется как-то, ну, разнообразить. Может быть, нам нужно пройти с тобой эти уровни. После этого будет что-то меняться. Так, я хочу посмотреть. Вот смотри, видишь, я выбираю на автомате скилл, который он применяет. А как же насчет других? Там же есть еще и другие скиллы. Об этом тоже не стоит забывать. Так, сюда мы, наверное, с тобой поставим нашу гипси, заморозку. Как раз этот пятачок мы можем полностью с тобой контролировать. Смотри, как какие-то новые монстрики. Причем игра начинает лагать, когда у нас вот начинаются открываться ячейки. Так, последняя волна. Фью, мы, по-моему, так прокачались с тобой круто, что нам вообще по барабану здесь на всех. Смотри сам. Дамажим просто божественно. Так, я вот сюда, наверное, поставлю, да, нашего стрелка. Ты посмотри, вот прокачка что значит. Офигенно бомбим. Давай прокачаем. Все, ребят, ну, первые вот эти вот игры, конечно же, будут на изи проходиться. Я в этом даже нисколечко не сомневался. То есть, предпоследняя, да, битва у нас перед, так сказать, боссом. Потом будет босс. Пока все довольно просто. В этом спору нету. И раздражает, что карты почему-то повторяющиеся. Если мы перейдем с тобой на следующую волну, на следующий уровень, и здесь то же самое будет, но это, считай, будет огромный минус для этой игры, что дорожки все одинаковые, согласись. Так, выставляем сюда заморозку. Надо было ее вот сюда ставить. По идее-то. Немножко я сплоховал. Так, сюда я поставлю нашего огненного бойца. Так, а сюда поставим с тобой стрелка. Ну-ка, давай-ка вжарим. Прикольно, да? Чуф-чуф-чуф, урон наносим. Так, мы его прокачиваем. Последняя волна. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, не надо проходить. Блин, что делать, а? Хотят пробежать. Ну-ка, маг, мы тебя прокачаем. Слушай, ну этот шмалит вообще нехило со своего огнемета. Мне нравится, как он делает. Так, подожди. Вражина тут хочет пройти. Вот так вот, никому не дадим спуску. Тун-тун, замечательно. Так, теперь вот это применим. Арт-обстрел. Так, теперь еще заморозку. Ну, я думаю, шансов нету у врага здесь пройти вообще. Так, давай-давай-давай, уничтожаем, отлично. А откуда он берется? Вообще просто из ниоткуда берется. Видел, да? Как будто их призывает кто-то. Не было никого, они бам-бам-бам. Может быть, они как бы размножаются сами по себе. Так, ну, капитан пока у нас тут, как говорится, рулит ситуацией. Он получает больше всего опыта. Так, мы с тобой переходим вот сюда. Так, опять что-то у нас тут созрело. Забираем брюлики, камушки. Так, здесь должен быть ревард. Еще будет? Нет? Нет. Что-то мы можем ему дать или что-то одеть. А, мы можем его апгрейдить. Фаербол. У нас получается заклинание. Фаербол. Так, подожди-ка, у нас есть... Мы же дальше можем прокачиваться, оказывается. Так, не хватает голды. То есть я все деньги спалил, да? А сколько здесь нужно? 31 уровень? Ну, в принципе, если я уже 25 уровня, да? То 31 уровень... Пш, думаю, на изи можно здесь заработать. Ну что, поехали сюда и смотрим. Ячейка есть, но мне нельзя поставить сюда бойца. Вот как бы обидно мне, что ячейка-то просто простаивает. А покупать я не собираюсь за реальные деньги персонажей, друзья мои. Сразу вам скажу, не хочу. Так, идут аглоеды. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Бегут, бегут, бегут. И вот как только начинаются вот эти ячейки у нас свободно, видишь, начинает что-то моргать экран. Вот это меня очень сильно раздражает. Ну, может быть, они доработают игру, а может быть, что-то надо в эмуляторе. Хотя, ребят, ну все игры у меня идут же нормально. А тут вот такая вот ерунда. Я надеюсь, вас это не раздражает. Хотя меня очень сильно бесит.
Ну, мнение от игры, я думаю, что это вам не испортит. Я надеюсь на это. Так, мы можем с тобой прапать. Так, Danger, это то есть собирается у нас эти боссы. И босс вон. По-моему, если мы ее забомбим, это будет у нас новый персонаж. Я надеюсь на это. Какой это босс? Это обычные горгули какие-то. А я-то тут обрадовался. Босс идет последний, ага. Как бы не так. Давай улучшать. Здесь тоже улучшать. Что-то я как-то всех в кучу поставил. Как бы мне это боком все не вышло. Слушай, но мы справились. А где же босс? Вот это и был босс, что ли? Вот эти вот горгульки. Так, подожди-ка. Тут что-то моргало. Нью. Я даже не видел, кто там такой. Так, опять Тор тут что-то у нас бубнит, как всегда, да? Себе под нос. Мы с тобой получаем меч. Так, мы этот прошли. И... карта. Ага, ага. Golden Gate. Золотые врата. Или я бы даже сказал бы, я не знаю, золотой мост через врата. Что-то типа того. Ага, 3-1. Ревард, дайте мне, пожалуйста. Ага, отлично. Так, что у нас тут? Мы с тобой получили меч, верно? Верно, значит я могу его экипировать. 107 к атаке, HP 132. А зачем им HP, если у нас они не получают никакого урона? Согласись. Для чего нам тогда здоровье нужно для них? Вопрос. То есть потом, может быть, их могут атаковать. Так, забираем с тобой вот этот меч. А что вот это такое? Сали. Ага. Мы с тобой можем, судя по всему, приобретать, да? За гемы, например, звезды. Вот это, я не знаю. Ага, камень призыва. Камень призыва. То есть мы можем с тобой призвать нового героя. Но для этого нужно, видишь, сколько, да, гемов? Немало, я тебе скажу, немало. Ох, ёпрсте. А это что у нас такое? Артефакты. Угу. За 5000, но это не голда, это, ребята, у нас очки. Эти очки где-то нужно зарабатывать. Вот где, я пока не знаю. Квесты выполнили, забираем с тобой награды. Еще один меч нам выпал. 9999 вот этих вот шардов. Куда бы это все применить? Вот что мне интересно. Ну-ка, и мне хватит денег, чтобы я ему пропал 30... Нет, 30 какой-то уровень захотел, конечно. Меч можно поменять, но я сделаю лучше вот сюда вот меч. Вот этот, двухзвездочный. Экипируем. Так. В плане. А что тебе не нравится-то? Что тебе не нравится, этот меч, что ли, парень? Отличный меч. Наслаждайся, пока даю. Начинает мне тут вредничать. А, понял я, почему он хотел. Он хотел себе синий меч, а там мы ему поставили зеленый. Вот он и недовольный. Так, это что у нас тут? Ну, третья, как говорится, миссия. Первая волна. Тут опять же будет два босса. Самое обидное, что я без героя. Уже две ячейки открыты, а героя я все еще не получил. Как же так? Как же так? Ребята, вы дорабатываете игру, чтобы все было пучком. Почему ячейки... О, ну неужели поменялись? Слушай, а здесь дорожек-то я даже не вижу. То есть они будут бежать просто так нахрапом. Почему мы с тобой должны защищать именно машину скорой помощи? Тебя не смущает такой вопрос? Почему? Не базу, а именно машину скорой помощи я должен защищать. Вау, пират, видел, как вжарил. Просто без компромиссов. Ту-душ, прожигает всех налево и направо. Так, выставим сюда вот этого нашего огненного чувака. Так, а здесь я поставлю замедляшку. Блин, как все моргает, меня аж прям раздражает. Как будто, знаешь, как сказать, именно в графике проблема. Графические вот эти вот искажения. Ну, что я тебе могу сказать? Довольно легко идем. Очень легко. Каждый супер удар у нас тратит, как ты понимаешь, ману. Так, это у нас третья волна. А, волн уже будет здесь побольше. Тут уже 4. Вот так-то.
Тут уже 4 волны. Так, последняя волна. И уничтожили. Опять же, все довольно легко, да? Все очень даже легко. Так, прокачка. А что, они только по одному уровню прокачивают? Больше не могут? Интересно. Ну, этого более чем достаточно. Ты смотри, просто мы их на изи. Чух, всех тут покоцали. Ну и победа, естественно. Как-то все легко. Как-то все легко, ребята. И пират получает больше всего из меня опыта. Он 21 тысячу урона нанес. Офигеть, он супер дамагер. Мы с тобой получили какую-то новую робу. Двухзвездочную. И я могу... Что? Что вы мне хотите показать? Куда-то меня хотят отвезти. Вальгала. Так, и что же здесь? Фри. Бесплатно. А, призвать бойца. Давай, конечно. Опачки, элитный герой. Это кто такой? Фига. Чем-то мне напоминает Магнита. Так, это Таурус у нас. Фига там у него звезд, ты видел? Фулл звезды, по-моему. Так, а мы можем с тобой за очки, видишь, тут еще 10 сумонов. Так, фри, давай бесплатно попробуем, что тут нам. Так, погоди-ка, что... Что это за боец такой интересный, а? Еще можно, что ли, бесплатно? Ага, ну вначале... А, вот, видишь, эти корабли мы можем с тобой... Ой, корабли. Эти жетоны можно зарабатывать в шопе, то есть покупать. Так, получается. Ну что, призовем еще, может быть, кто-нибудь хороший нам выпадет. Ну-ка, покажи. Опа, это кто такой? Ё-моё, это прям как будто этот Железный человек, 3 звезды. Тут можно вот за такие еще, за золотые жетоны вызывать. Видишь, и за жетоны вот какие-то с клевером связанные. А еще разок. Ну-ка посмотрим. Ага, этот есть, это дубликат. Последний раз, ребята, у нас больше геймов не хватит. И кто нам тут выпадет? Новый, новый кто-то. Ага, нет, не новый, ребята, это элитный герой наша Гипси. Ну, уже 4 звезды у нее. А на том, сколько у нас героев было, ты помнишь? По-моему, 3. Так, забираем свои награды. Трезубец какой-то нам достается. Что такое гир? А, это наши шмотки, да? Ну что, давай зайдем в герои и посмотрим. Ох, ё-моё, сколько у меня... Ну, ты посмотри, вот этот вот, конечно, Таурус прикольный. Я его обязательно возьму. А вот здесь вот. Это вот мой, получается, да, 11 уровня. А этого... Можно его как-то распылить или что-нибудь с ним сделать? Или как-то слить его? Как бы сказать, уничтожить? Вот это вот будет покруче, да, Гипси? Хоть она и первого уровня, но у нее все-таки... 4 звезды. Здесь 12 уровня, но 3 звезды. Так, а вот у нас, ребята, по специализации. А вот герои. Так, легендарные тут будут тоже герои, как ты видишь. Легендарные. Так, это элитный герой. Я практически всех получил, кроме 1, 2, 3, 4. Какой-то клоун, какой-то... Ух ты, ух ты, ух ты. Фига себе. Напоминает мне... Обалденный чувак. Из фильма про пантеру-то помните? Такой же чувачок. А этот кто? Чух-чух, нифига себе, самурай. А это кто? Клоун. Офигеть. Адовый клоун какой-то, блин. Шутить. А ну-ка дай-ка я посмотрю. Таурус. Действительно, как Магниты себя ведет. А если я посмотрю легендарных бойцов, ну вот этот вот мне нравится по скину. Фига себе. Мертвый стрелок. Прикольно. Жух. Ну точно, это как будто из фильма про Железного человека. Помните, там чувак тоже был с крыльями-то? Может быть, это что-то как бы оттуда что-то взято. Ага, а вот этот персонаж Ангел-кибернетик. Ух ты. Еще одна зачаровашка. Так, а это что у нас? Так. Типа что-то из фараонской там стихии, да? И также, я понимаю, здесь есть регулярные бойцы. Вот этот мне достался. Это снайпер, 2 звезды.
А что значит регулярные? То есть просто обычные, да? Все почему-то с оружием, а это с паучком. То есть под Человека-паука, да, закос? Отсылочка. Прикольно. Прикольно. Я же говорю, что герои похожие. Вот это, например, клоун напоминает мне по скину. Знаешь, этот игра была такая, Twisted Metal. Вот оттуда вот чувак, по-моему, если я не ошибаюсь. Этот вот из Пантеры. Прикольно. Прикольно сделано. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой. Так, ивенты какие-то здесь даже есть. Так, я зарегистрировался, имею право. Так, и что? Так, за то, что регистрировался, мне еще 500 гемов дали. Тут получаю 200. То есть я могу еще попробовать призывать героев, да? И вот на почту что-то. Ух ты. Бонус. Реворд. Осколок кого-то. Какой-то осколок я получил. Очень интересный. Так, у нас есть с тобой три зубец. Есть еще шмотка. То есть я могу поставить. Я, наверное, на Тауруса влеплю. Я бы его, конечно, с удовольствием бы прокачал бы. Ах ты, не хватает 100 звездочек. Ну, хотя бы одеть-то я его смогу. Эквип. Вот, вот таким вот образом. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим очередной бой. Где у нас там бои-то? Как начинать? Я уже забыл. Компания, конечно же, нажимаю на компанию. 3-2. И вот сюда я возьму Тауруса. И знаешь, кого мне, наверное, лучше взять? Вот этого вот. Да? Что, посмотрим, как это все будет выглядеть? Кто такой Таурус и с чем его едят? Или с чем он кого-то ест? Ага, тут уже получше. Ого, тут они со всех щелей будут идти. Абсолютно со всех щелей. Давай посмотрим на Тауруса. Запускаем. Ну, Таурус, ты... Че, у тебя ближний бой, что ли? Да нет. Че-то ты как-то... Мне кажется, что у меня капиташа-то бомбит получше. Тебе так не кажется, что капитан у меня лучше бомбит? Так, а этот что у нас делает? Ага, лучом жарит. Ого, смотри, какой новый монстр. Акуленок какой-то. Ага, они еще сверху пошли. Так, мы туда поставим огненного чудика. Так, хотелось бы посмотреть на суператаку Тауруса. Фига, он там вжарил. Так, и сюда мы с тобой можем поставить нашу заморозку. А сюда, конечно же, стрелка. Тихо, 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 тихо. Подожди, подожди, куда вы разогнались-то? Вжариваем. Так, никто не должен пройти, ты понимаешь, да? Никто. И не подумает пройти. Все, даже никого не улучшал, ребята, прошли на изи. Теперь смотри, на первом месте у нас становится Таурус. Почему-то пират отдыхает. Ух ты, Hell's Abyss, это что такое? Что мне сейчас открыли? Trial Be Fire. Ну, нажал. Так, это что, рулетка получается, да? Какие-то кости достал. Что это такое вообще? Что-то мы должны с вами наполнять шкалу. Вот эту вот как-то, да? Ролим. Не понял, броню? ХП 3%. Что это? То есть... Подожди, я буду... Давай-ка посмотрим. Я буду сейчас драться против какого-то определенного героя, против противников или что? Ого. Так. Нифига, тут еще и такой есть вид боя. Так, Виктори, ну побеждаешь, когда уничтожаешь всех противников. Не надо тут. Фига она бомбит. Эй, погоди, погоди, а мы-то будем ходить? А, вот, у нас бойцы есть, да? Которые... Все, я понял теперь, как это работает.
То есть ты набираешь себе бойцов, и они выходят на каждый бой. То есть если у тебя один герой умирает, ты берешь следующего. Но это все происходит в автоматическом режиме. Только почему-то они бомбят своими суператаками, а я не могу. Я просто бомблю их. Но тем не менее, я здесь выиграл этого Керкарла. И что мне за это будет? Ну, 3 звездочки, понятно. Опачки. 5 осколков на какого-то нового персонажа мы зарабатываем. Понял, да, теперь что здесь можно делать и как делать? То есть мы можем с тобой шмотки, то есть можем ролить. Нам дали вот эти кубики для того, чтобы мы могли ролить с тобой. Здесь, если мы деремся, мы получаем с тобой 65 звезд, 7000 голды или монет, я не знаю, как называть хочешь, и шмотку одну. В принципе, ребят, неплохо. Привилегии. Ха-ха, VIP. Нет, спасибо. Так, и ивенты у нас. Ох ты, Тор. А что нужно сделать? Видишь, у нас прогресс идет какой-то. В чем? 200 times. То есть, если я нажму сюда. Ага, подожди-ка, а у нас с тобой... Блин. Могу, да, ребята, у нас с тобой, видишь, сколько? 2 жетона еще есть? Да ладно тебе. Ну, почему выпало мне вот это вот? Давай еще разок попробуем. Так, это тоже у меня есть. Новый, когда появляется, там совсем по-другому идет анимация. Вот. Кто-то новый, наверное. Да, ребята, это элитный герой, что-то аж прям подлагивает игра. Ужасно подлагивает. Набунага получил. 4 звезды, слушай, ну это прикольно. Ну и все. Ага, вот здесь, смотри, у нас 7 с тобой. А нужно 10. На один призыв нужно 10 вот этих вот жетонов. Отлично. Ну что, дорогие друзья, я, наверное, на этой ноте буду закругляться. Подвесочку получили. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!